Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1314. События дня. Филиппийцам 4:6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Далее объявление. Попросили выставить его после смерти матери. Четверо детей остались. Может тормознуть здесь и посмотреть. Просьба помолиться. Вот я тогда написал, что такое любовь и что такое страх. Хотел быть, да не может это. Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка. Премудрость Соломона 16:11. Откровение 21:8. Боязливы же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, учась в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Псалом 52:6. Там убоятся они страха, где нет страха. Ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. 1 Иоанна 4:18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви. Когда начинаешь, когда говорить, как, да, любовь на первом месте, но никто и не отнимает, что она на первом месте. Вот так написано. Какой страх? Божий страх. Это из моих книг берут, 11-й том. Вопрос 2434. Какой ответ? Надо назад прокрутить. Я не вижу, что уже не видно стало. Ну никак не настроишь. Вот так.
вчера день прошел в том, что вот очистить дно от рожка, рукава у пруда в воде были. Где думали, там не получилось. Глубина такая, борода по воде поплыла. Это все заснято было. И это не просто. Стопили баню, а сегодня ночью такие судороги были, тели, ног, икры. Сегодня, вчера половину сделали, это надо вторую половину, но никак. Если без меня сумеют сделать, то и слава Богу. Приезжал хозяин бульдозера. Вот, будет работать. Долго ждал. Ну, что-то сказать, наши ресурсы, они очень известны. Мой мир, как он выглядит. Любимая моя система. Ольга Варламова. Вот он как выглядит. Сейчас. Игнатий Лапкин. Второе, это у нас православный форум. Вот он как выглядит. 1600 тем. И наш православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Сегодня выставил тут 12 роликов. 38 миллионов просмотров и 38 тысяч подписчиков, 3,5. И большой очень во свете Библии православный библейский сайт. Главное здесь это 4124 ответа по темам. Вот так. Ну, на этом все.